Полиция задержала 4 наркоторговцев. Сомнительный бизнес организовала 32-летняя уроженка Закарпатья, ранее судимая за торговлю людьми и попытку ограбления. Приехав в Одессу, она нашла себе помощников. Одесситы и двух девушек из Одесского и Белгороднестровского района в возрасте 22-24 лет. Каждый день группа зарабатывала на наркотиках более 50 тысяч гривен. Информацию о товарах наркодилеры распространяли через Телеграм, а психотропы передавали клиентам из рук в руки или пересылали по указанному покупателям адресу. Во время обысков полицейские изъяли 300 грамм наркотика в виде порошка и измельченных растений, 100 грамм таблеток, а также и весы, пакеты для фасовки, телефоны, банковские карты и наличку. Зловмисникам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Зараз поліцейські клопочуть про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За збут наркотичних засобів, в особливо великих розмірах, їм загрожує позбавлення волі від 9 до 12 років з конфіскацією майна.